Мост волны Хендерсона Хендерсон Бридж – уникальное архитектурное сооружение в центре Сингапура. Этот пешеходный мост является не только самым высоким в городе, но и самым красивым, благодаря совершенно необычному дизайну. Длина моста – 274 метра, а высота – 36 метров. И он соединяет два живописных парка – Маунт Фабер, Маунт Фейба Парк, и Телок Бланга Хилл Парк, Телок Бланга Хилл Парк. Мост разработала лондонская фирма Идж совместно с сингапурским архитектурным бюро РЭП. Получившееся в итоге сооружение справедливо привлекло всех своим внешним видом. У моста уникальная форма из 7 изогнутых стальных ребер, один за другим возвышающихся над его настилом. В отделке были использованы планки, изготовленные из желтого дерева балао, растущего в Юго-Восточной Азии. Светодиодная подсветка, включающаяся с наступлением сумерек, делает творение архитекторов еще более волнующим и сказочным. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.